Блин, доходит, что ж такое? Тоже не доходит. Блин, так не входило в мои планы. Ого, улики. Отлично. Так, что оставить? Замок или Питов? Надо нафиг, если нужны.
Какую херню я наделал опять? Блин, что-то хрень какая опять. Фу, блин, ну что так, почему? В таком простом бою он умудрился накосячить. Блин. Блин, ну такая жесть. Надо собраться. Так, храните фритов. Это я бой провел, так провел. Аж офигел. Ух. Да, что-то после сейва как-то это. Ну ладно, ничего, сейчас соберемся. Блин, фрит, конечно, было настолько необязательно здесь терять. И гогов. Такой был простецкий бой. Я его накосячил. Да уж. Получается, мы здесь заэкспертим землю. Второй на третий консоль возьмем. Опять что ли уходить? Нет. Колодцев нет. Блин, обидно, что пожадничал за этим сундуком. Не добегу до разбивки. Если разбиться сюда, пробежать вот до сюда, на второй день, на третий пытаться взять концу, разбиться. На четвертый выбежать, на пятый бить, что ли, ГО. Сразу на пятый день выходить.
вариант другой. Пофиг разбить даже на второй день. На третий. Сюда. На четвертый пробить. Что-то все так медленно. Сейчас трансляция-то идет. Что-то никого в чате нет. Да, вроде что-то идет. Все герои плохо пока качаются. Гундула тоже плохо. Калх тоже плохо. Надежда только на нее. На второй. Ой, на... Получается, второй развиваемся. Пробежали до сюда. На третий взяли. Пополнили ману. Четвертый побежали. Всеми здесь пробежали. А на пятый все собрали и вышли. Ну, только так получается. Да, раньше 1-2-5 выхода, к сожалению, не планируется. Или, может быть, забить тогда на консу. То есть на первый день. Вот не получается, к сожалению, не получается сюда зайти и разбиться на этот день. К сожалению, не получается. Тогда бы это очень много мне, очень сильно бы облегчило задачу. Ну да ладно. Как получается, так получается. В любом случае мы с такой прокачкой не прыгнем выше головы. Золотой лук. Ну, в принципе, с золотым луком, если мы гогов наберем, должны нормально гоу расстрелять. Коги демоны у нас есть. По идее, проблем быть не должно. Ну их вообще проблем быть не должно, а в итоге минус эфрит и два демона. В бою, где даже единички терять не обязательно было.
Так, продолжаем. Ход приходит. Не забудьте про редраж обязательно. Бесов не снимаем. Так. Не будем. Стало 713 опыта, да? Я, наверное, пока еще сохраню. Вот эту вот отдам. 3000. Много ударов отличных. Так, эту оставим, чтобы масло длилось на раунд больше. Так, на второй дойду до сюда. По идее, второй на третий я должен успеть разбиться даже. Так. Ну, Мифалос, честно, это был вообще последний шанс, так скажем, потому что слишком уж все было хреново. Все равно будем разбиваться. Пока так встанем. Проверим, пока есть время. Здесь надо кого-то уволить. Риланда. Ничего не успевает здесь. Так. Так, надо здесь в Рита вступить, не забыть обязательно. То я замогу. Кто-то может мне объяснить, почему я рынки не купил? Хотя бы одну адекватную какую-то причину этого. Типа не решают, но, блин. Надо было два рынка купить, что-то я накосячил. Трейдится. Так. Да, Джеб за Инферно, конечно, меня, как обычно, порадовал раскладом. Я не знаю, приходится что-то опять мудрить. Не люблю я как-то вот этого всего мудрения. Почему вот нельзя да просто собрать по дороге несколько конс? А надо что-то всегда изворачиваться.
Блин, если вы по пашке видели, как я в прошлом бою слил Ифрита и два демона, просто жахнув по ним сплэшем, не скликнув. Это просто было жестко. Волчка отдаем за все. Если бы мы как-то разберемся уже. Вот так вот я жахнул и убил двоих. Так, надо гогов отдать. Как-то так, наверное, надо сделать. Понятно, что это все не жильцы уже. Если улик большой будет. А улик получился большой. Да и нормально. Сделаем из гундулы шкалера. А, ну ты имеешь в виду это? Да, демонить здесь это забей вообще. Тут демонить себе дороже будет по темпу. Вообще забей. Так. С нагами надо как-то справиться будет еще. Надо ли мне вообще с нагами связываться? Я думаю, сможем ли мы отвоевать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 1400. Нормально. Должны вскрыть тюрьму. Успеть. Не, демонить на джебе, это если вот, допустим, не затянулась игра там. К примеру, в лейтуху не ушла, это забей. Ты чё прикалываться? Ну, если еще и кольцо, то это вообще шок контент. 158 мы выдадим. Хрен его знает. Так, не забыть героя уволить. Я ж могу. Эдрик.
Этот вообще куда здесь нужен? Что же грифон будет? Там вообще гоги, то, гогов тоже нежелательно брать как-то. Бесов возьму. Здесь купим. Здесь давай рынки купим. Потом на это время не тратить. Ну, в принципе, вроде как пока все по плану. А придумать, что с мифалы делать. Эдрик, наверное, вот этих пробивать будет. Миносов. То есть конца максималка уже чекнули до этого, да? Ее мифалы, то есть варианты у меня такие, либо я мифалы сейчас буду это все пробивать, эту концу максималку, либо ложком, но мифалы сюда и сразу в центр. По моим подсчетам, которые редко бывают неверными, мы выходим на 1-2-5. Изи просто с разгона. Ну, я так думаю, для средних дорог это не такой плохой результат на самом деле. Зато мы выйдем уже так упакованные прям под утопу. Ну, утопу, кстати, можно тоже взять. Изи выход, ты не говори. Да видишь, не повезло. Я качал Калха, Калх не получил землю. Потом Гундулу, Гундулой тоже облом, да? Потом пришлось вот с Мифалой придумывать. Гнать ее через алтарь, через вот этот вот. Чтобы слить тут артефакты все. Но зато накачать. Поэтому не знаю. Просто, конечно, можно, ну, знаешь, забить вот это все, собрать ложками, в максиконцу ложком залезть, там, отдаться, но зато на день раньше. Почему не с Мефа не начал? Потому что Мефа не в теме была, она слишком поздно подключилась к основным событиям. Ну и потом я думал, что у Калха и у Гундулы больше вероятность получить магию Земли. У мифалы. Ну, Калхам, видишь, Калхам вначале со стрельбой проще проводить бои. Бои проводить за счет стрельбы. Из-за скорости гогов. Намного проще, намного. Гундула тоже хорошо. А мифала, ну, как бы мифала тоже отличный герой, но вот, ну, не это. Оказалось не там, где надо. Вот я выкладывал статистику для любителей математики, то есть мифали на четвертом уровне получить шанс 50% на магию воды. 50%, а остальные между воздухом и землей. Что-то 20 воздух, 30 земля и 50% вода. При таких шансах ловить землю. Ну, кстати, землю мы поймали раньше, не на четвертом уровне, а на третьем. На сундуке, поэтому и дотащил я ее до алтаря. Еще тут и логу завезли. Тоже хорошо. Сейчас мифала вот под разбивкой стоит на медузятне, да?
То есть разбивка либо идет сюда, плюс один знание, и добежали куда-то до сюда, да? Ну, может быть, подальше. До сюда. Потом ложками пока улики собрали. Мифали останется только запилить к концу. И вариант такой. Либо мы потом мифала Минотавра будем бить, либо ложком, а здесь обгремлено. Что у меня герои зависли. Либо, значит, мифала и минотавров в улике разбиться. А без разницы, в принципе, здесь разбиться, здесь разбиться. Все равно в замке надо будет день сидеть, ману пополнять. Так, значит, герои зависли. А нет, все, отвисли. Так. Что мы считали? То есть Мифала пробежится, возьмет к концу, разобьется на следующий день. На второй до сюда добежит, на третий разобьется, на четвертый побежит в сторону ГО, до сюда добежит, прямо перед флагом встанет. Пока здесь ложки зачистят все, а на пятый с кучей ви с ангелами мы просто вырываемся и бежим куда с полной маной. Как получится. Вот такой план. Конечно, далеко не темпово, но за неимением лучшего не могу другого придумать. Просто Земефала как-то качалась пораньше, или, допустим, Калв бы получил землю, да, мы бы уже где-то рядом с этими, с основными событиями, мы, может быть, в конце бы начали бы. И уже ложками без проблем все спилили бы, все ульи. И выход бы был бы намного быстрее. Ну и тут еще блок подрезал немножко нам развитие. То есть, видя вот эти вот улики, с них можно было вообще на первой неделе начать. Ну, не смотря этого, конечно. Ну, тут без разницы, сколько сейчас. Мы ложками все будем забирать вот это. У меня есть специально подогнанный лошок есть. Все это соберем, и Мифала выскочит. Изи. Изи-гризи. Этих распинаем. Ровно полтосиков. Было 20-49. Сейчас где-то 52, может. Оппонент нас по золоту опередил. Это не самое страшное. Зачем с Мифалой? А, денег нет на героя. Упс. А, нас уже по армии перегнали. Ну ладно. Ну хорошо, кстати, пробежали. С чем? Мы ее даже разгоним сейчас. Нет, не так, надо сначала посетить. О, блин, нищеброд. Даже есть рынки.
Ну, такой тоже непростой бой. Тоже кто-то здесь отдаст, чувствую. На своей-то земельке. Они меня вообще обманули. Хорошая мораль — это залог победы. Ну, нормально поиграли. Блин, что-то я мискликаю сегодня жестко прям. Прям жестко. Поиск пути вообще не повредит. Да грязь какая-то, реально, мораль не заходит. Зато гундуи столько маны, что капец. Сейчас нас ждет еще интересный бой в конце. Бой вообще будет интересный. Так, мне что-то я неправильно расставился. Надо будет же как-то еще вытаскивать армию назад. Гундулу, наверное, под это дело ангажировать. Тогда сделаем вот так. Надо скупить гогов. И купить гильдию вторую.
Не хватает джема. Это жестко. Немножко ходами тут понакосячил. Так, мы уже по армии вырвались вперед. Оппонент тут настроил драконов. Ладно, передаем. Сейчас еще так-то в Максиконсе надо будет постараться не слиться. Ну, по идее, не должны. Еще надо папашке напомнить мне, чтобы я когда разбился в Инферно, я сделал этот обзор земли. Чтобы карту посмотреть. Золотой лук надо будет взять, чтобы гоги там нормально шмаляли по ГО. Но если гоги не отъедут у меня в конце, то нормально будет. Не кажется ли, как-то мало народу в чате? Что-то где все? Ну, ангелов нет, но может сколько у него виверн там, кто его знает. У нас тоже ангелов нет. Понятно, так. Ну, надеюсь, нормально. Разберемся. Минотавров еще непонятно сколько. Но я не думаю, что их там сильно больше 20. Но хотя квестовое кольцо может и это неизвестно сколько стоить. Не знаю, вот получится мифал или взять сначала это, улик, потом к концу, потом разбиться, но я что-то так не хочу рисковать. У топа перед выходом сложно сказать, скорее нет, чем да. Почему? То есть все зависит от того, где я закончу четвертый ход. То есть мы ну, разгонимся здесь на третий ход, да? Четвертый, нам надо ход максимум использовать. То есть мы должны будем добежать вот до сюда. То есть у топа уже, соответственно, если мы добежим куда-нибудь до сюда только, ну, тогда можно будет и хапнуть у топа. Хотя, если честно, не хотелось бы. Хотелось бы все-таки с ГО справиться.
как можно проще. Ну, опять же, тут зависит все от этих ульев. Сколько здесь будет у меня виверн. То есть здесь. Если, да, если вив будет штук 40, ну, то есть тут две максималки будут какие-нибудь, то, конечно, можно и утопу бахнуть. Тут мифала же способствует таким вещам, как взятие утопы. Я помню, на 1.1.4 Макси утопу мифалой сломал. Так что. Все было. Привет, сладыш. Смотри тут как. 1-1-2, 1-2-2, ты еще дома. Да, вот представь, вот так вот и вот так и играем. Самое удивительное, что я и на 1-2-3 буду дома, и на 1-2-4. Сколько утоп дома? Одна, да. Ну, вот из досягаемых. Может, где-то еще есть, конечно. Ну, вроде не было. Там еще не разведано. Давай сейчас еще жду от тебя шутку. Инферно против Некро на джебе и прочее. Ой. Какого это года игра? Ну, вообще 2016-го. Или ты имеешь в виду, какого года сама игра герои? Думаю, почему кольцо без охраны? Тут видно, хвост болтается только один. Ну, из нычек есть эфритов нычка. Нычка эфритов, и вот тут было еще нычки. Гогов, демонов. В принципе, по нычкам вот больше ничего не было. Был улик. Да какой-то рез получился во все стороны, непонятно. Дороги медленные. Мифалу только начал качать со второй недели. То есть у меня герои подобломали меня немножко с прокачкой. Поэтому.
Тут надо будет еще, кстати, поставить эти серные тучи. Ой, нет, орден огня. Чтобы СП хапнуть. Дарк будет стримить своих одноклассников. Можно знать, что и как надо делать в этой игре. Да если бы я сам знал, что как надо делать в этой игре, я бы тут вообще папашкой был. Ну, странно увидеть человека, который не знает, что это за игра. Потому что вроде как игра очень известная. Ну, с другой стороны, если человеку, допустим, лет 10-12, он может даже и не слышал про эту игру. Ну, если это не троллинг, то я отвечу тебе, что на твой вопрос. Это игра Герои Меча и Магии 3, одна из культовых стратегий. Ну, дата выхода ее 15, лет 15 назад, по-моему, в прошлом году 15-летие отметила эта игра. Вот. То есть где-то 90 с чем-то, 97-й, что ли, год выхода, если не ошибаюсь. То есть суть в чем? Пошаговая стратегия, ходит сначала один, потом другой. Дается стартовый замок, покупаешь постройки, покупаешь армию. Собирай, ну, герои имеют ограничения по перемещению, двигаешь героев, посещаешь объекты, потом убиваешь соперника. Вот, в принципе, в двух словах ничего хитрого. Так, продолжаем. Наш ход пришел. Так. Он нас опять перегнал по армии. То есть где-то мы идем вровень.